Smarter Entertainment Media представляет художественный фильм «Актосарк». Санкт-Петербург – город возможностей. Конечно, возможности распределены исключительно справедливо. Федеральным холдингам, крупному иностранному капиталу – солидные куски пирога. Остальным – соразмерные порции крошек с барского стола. Но как быть, если молодому и перспективному интернет-провайдеру хочется большего? Правильное решение – найти профессионального партнера, с которым можно расти вместе. Что бы нам ни говорили, а главное – это деньги. Например, я занимаюсь телекоммуникациями, даю людям интернет, телевидение и все такое. И где все деньги? У кого-то другого. Да, один из этого дна не выберусь. Надо искать кого-то, кто поможет мне в привлечении клиентов. Кто же это может быть? О! Точно. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Ой, девочки, а это мой новый клиент. Ну или мой, если у него действительно большой проект. Не, ну если проект большой, может, нам и обеим хватит, а? Отойдите, девочки, вы же видите, его нужно обслужить со всех сторон. Эй, Смарта, а как же здоровая конкуренция? Здоровая конкуренция здоровым конкурентом. Ты сначала подлечись, а потом претендуй. Привет, девчонки. Привет. Хочу поработать с кем-то особенным. Это тебе ко мне. С особенностями это не так. Да? Садись, ну, расскажу тебе. Как известно, солнце всегда встает на востоке и садится на западе только потому, что в договоре на поставку рассветно-закатных услуг ясно описаны условия и хорошо проработаны штрафные санкции. Скажи мне, Смарта, а чем ты лучше, чем те девочки с набережной? Они для всех одинаковые, а я уникальна для каждого. Что ты от меня хочешь? А что ты можешь мне предложить? Я смартер, и я все делаю на высшем уровне. Исходящий телемаркетинг, горячие линии, сервисные проекты. И если бы ты знал, как я омниканальна... Мне нравится. Мне нужны продажи. Мне нужно много продаж. Я хочу большую выручку. Я хочу, чтобы мои услуги были в каждом доме, у всех. Смотри, малыш, с чего мы начнем? Мы подготовим сценарий, по которому мои девочки продадут все, что ты скажешь. Затем мы подготовим мальчиков, наладим связь. О, как мы проинтегрируемся. Я думаю, что мы сработаемся. Но ты понимаешь, это будет стоить тебе денег. Сколько у тебя есть? Да все, что у меня будет, я тебе все отдам. Отлично, я как раз подготовила бумаги. I'm a real wild one. Кстати, Эд, а сколько ты сейчас зарабатываешь? 30 рублей. Со мной к твоим 30 рублям прибавится еще пара нулей. До встречи, мой хороший. О, добрый день!
Только сегодня у нас уникальное предложение. Интернет и цифровой... У меня не было ни единого разрыва! До свидания! Здравствуйте! Только сегодня у нас уникальная акция. Пакет интернета... Пакет не нужен, у меня свой есть. Алло, Анастасия. Допустим, что вам надо? Я главный специалист по интернету, и мне кажется, что вам надо поменять тариф. Откуда вы узнали мое имя? Я же все-таки главный специалист. А я все же позову полицию. Не-не-не, вы что? Эд, расслабься. Все, что тебе нужно делать, это работать над качеством твоих услуг. Все остальное я сделаю за тебя. Девушка! Девушка, извините, с вами только что общался мой сотрудник, он новенький. Не уточнил дату подключения. Вам когда удобнее подключиться, сегодня утром или завтра вечером? Сегодня. Я же говорила, что со мной у тебя все получится. И получилось. Как хорошо, что я выбрал тебя, Смартер, за наш успех. Приезжайте в Петербург, мечтатели! Все приезжают сюда. Это город мечтаний. И вы всегда сможете отхватить свой кусок пирога, если будете мечтать с помощью смарта.